Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ помещаю в книжки. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дряной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит: не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октября-то говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал, заохал. Мальчик этот просто трус, это очень плохо. Этот хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это, каждый сын. Знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо.